В Химкинской школе номер 27 прошла встреча руководителей администрации округа с жителями микрорайонов Новогорск, Планерная и Новые Химки. Владимир Слепцов рассказал населению о проделанной работе, о планах благоустройства этих микрорайонов в будущем, а также ответил на многочисленные вопросы жителей. Скажите, пожалуйста, когда начнет работу врач-педиатр в микрорайоне Планерная? 1 июля врач-педиатр начнет работать. Вы видели, уже работы там начаты по ремонту. Мы должны лицензировать данный кабинет, поэтому все приводим в соответствие. Химчан волновали вопросы землепользования, капитальный ремонт домов, дорог и тротуаров, организация детского спортивного досуга. На многие вопросы ответили, конечно. Я вот свой вопрос, потому что он был не очень серьезный, в плане, что подключать столько служб не надо, я сдала в письменном виде и считаю, что будет тоже исполнен просто. Здесь вот все четко, понятно. Вот я уже, наверное, на четвертой встрече такой бываю. И вот вижу, что это правильный такой подход, правильный алгоритм проведения таких встреч. Они очень эффективны. На встрече также наградили активных работников бюджетной сферы за усердный труд и вклад в социально-экономическое развитие Химок. Благодарственные письма получили сотрудники МФЦ, учителя, врачи и другие.